Так, Крымский вальс. Знаете, когда мы его сочинили еще в далеком там 92-м году, и когда вот началось великое там разделение народов, да, и это года через три мы слышали эту песню по телевизору передачи «Служу России», и как раз было, время пришло. Как раз была передача по поводу разъединения нашего флота, нашего с Украиной. Да. Вот время идет, и короче, на фоне нашей песни, да, она привела совершенно другой смысл. И сейчас на фоне вот, событий она придает совершенно другой смысл. Еще вот, один, вот, да. Что интересно. То есть, 20 лет назад, спасибо, да, и был, поаплодируем нашим. Да, песня не стареет, действительно. Итак, Крымский вальс. Кто-то вернется сюда грузом больших.